Текущие и капитальные ремонты сетей холодного водоснабжения и скважин, а также прочистка канализации. Директор Первоуральского водоканала Артур Гузаиров продолжает ежедневные отчеты о проделанной специалистами работе. Сегодня сотрудниками водоканала были проведены работы по ремонту и ревизии насосного оборудования в районе проспекта Космонавтов 15. Также были проведены работы по ремонту насосного оборудования в поселке Пильное на скважине. Работы проведены, скважина в работе. Были проведены работы по прочистке хозфекальной канализации по улице Ватутина от дома номер 26 до дома номер 36, по улице Малышева 3, Трубников 34, Физкультурников 1. Касаемо вчерашних плановых ремонтных работ на Нижесергинском трубопроводе, были проведены работы по ревизии запорной арматуры и устранению дефектов на трубопроводе. Все работы выполнены.